Трамп летить в Україну! Ярмак тікає! Зеленський перехитрив Путіна! Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні! трамп решил приехать в украину почему потому что у нас тут классно потому что у нас хорошая погода у нас тут все прекрасно и у нас тут нет российских оккупантов и их не будет значит произошло такое что заставит российские пуканы взрываться так громко что будут слышать и в районе капиталистских холмов а, холма и Киевских холмов. Почему? Потому что российская пропаганда настолько активно вылизывала а, Трампа в части того, что он сделает все, как хочет Путин. И тут произошло невероятное. Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и опять поменял свое мнение. Была сказана масса комплиментов друг другу. Зеленского назвали, ну, фактически железным человеком. Что там, человек из куска стали, кто бы мог подумать. Значит, после встречи мне больше всего понравилась следующая фраза. Выходит Трамп после встречи с Зеленским и говорит, вы знаете, я очень многое, очень-очень многое узнал. Ну, наверное, в первую очередь, Дональд Трамп теперь знает, что такое ВВХ. Ну или кто такой ВВХ, Владимир Владимирович Ха? И что это значит? И как это переводится на английский язык? И тут а, понятно, что общие фразы, а, которые... А, за все хорошее против всего плохого, ну, как любит Трамп, там добавилось одно слово, которое кардинально меняет смысл перед выборами. И как бы там ни было, если мы уже подводим визит, подводим итоги визита Зеленского в Штаты, то мы, по-моему, сумели это сделать, сохранить вот эту вот поддержку двухпартийную, демократов и республиканцев. А какое же это слово? Вот казалось бы, да, а, такое впечатление, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп а, цитирует выдающегося лидера сущности современности, Дональд говорит: мы оба хотим увидеть этот конец ну, не ВВХ конец, а конец войны. Мы тут не будем же преувеличивать, и мы оба хотим увидеть. Честное соглашение, оно должно быть справедливым. Честное соглашение, справедливое соглашение, справедливый мир. А это значит, что все, что было сказано до этого, оно немножечко уже откорректировано. И если это так, то давайте просто дадим нашим американским друзьям провести выборы так, как они хотят, а выбрать того президента, кого они хотят. Ну а дальше мы вместе сделаем Америку Great Again. Знаете, что прикольно? Значит, на этом фоне особо впечатлительные российские нацики, они ну, начали такие вещи выдавать. Ну, смотрите, во-первых, начали напоминать, а что предлагает Путин? Точно ли это может подойти под определение справедливый мир? Надо было бы немедленно закончить эту историю. Тем более, на самом деле, насколько я понимаю, нынешние предложения президента России они остаются в силе, четыре области, гарантии нейтралитета, не вступления в НАТО. Ничего не вижу в этом такого, чтобы стоило вообще жизни миллионов людей и разрушения страны. В данном случае Карен Шахназаров, это человек, несмотря на то, что он из клуба «70 плюс», любит заснуть свой язык в одно место. Ну, обычно дедушки после 70 таким не занимаются друг с другом, но этот ничего. Он говорит, четыре области, не вступления в НАТО. Да? Казалось бы, нужно ли за это складывать жизни миллионов людей? Кстати, россияне, как вам вопрос? Вы уверены, что ради этого нужно сдохнуть и не попасть в рай, а просто сдохнуть. Так как, ну, я, собственно говоря, и говорил, любой, тот, кто пересечет границу Украины с оружием в руках, будет уничтожен. Ну, убит. Это ж Простое правило для россиян и оно, кажется, начинает это немножечко прорастать в их головах. Вопрос в чем? Вот он говорит четыре области, но впечатлительные служители рейха говорят, что может быть получится не плюс четыре, а минус два. Как вам такое? Сообщение, сразу скажу, очень неприятное будет для всех, поэтому у людей будет нежелание слышать меня, нежелание принять эту информацию. Соответственно, я заставлять никого не собираюсь. Я чувствую большую моральную ответственность перед людьми, за которых мы воюем, защищаем перед населением нашей страны. Я, соответственно, считаю необходимым сделать это заявление. Первое, обстановка сейчас на фронте гораздо хуже, чем в 2022 году. Просто вы, дорогие гражданские, этого не знаете. Что вы хотите? 52 страны воюют против нас, а население всей страны живет, ну, с первого до последнего человека, живет по принципу, никакой войны нет, есть специальная войсковая операция, которая меня не касается, никаких мобилизаций не надо, ничего делать не надо, все как-то само собой разрешится. Очень тревожно, на что же он намекает. Ситуация тяжелая. Она тяжелая. Россияне наступают из последних сил. Будем исходить из того, что, да, дальше они все просто сдохнут. А чем сейчас они хвастаются вот внимание а, вроде как дед пригласил, пригласил, <laughs> пригласил на ядерный апокалипсис но никто не пришел говорят ему дед ты сам будешь это праздновать в своем собственном бункере и возможно в ложе собственной мочи но обслуга чем она сейчас хвастается давайте тут просто посмотрим как это звучит. Значит, э, и да, к областям плюс две области мы сейчас вернемся. Дональд в части своих формулировок был значительно скромней. Но, знаете, э, это же избирательная кампания, она не завершилась. И э, формироваться политика нового президента, она будет немножечко позже. Главное, что здесь и сейчас мы уже заручились главным посылом. Что в случае чего, россиянам кирдык. А вот теперь а, самое, ну, курьезное а, объявление. Путин по плану провел заседание комиссии по ядерному сдерживанию. Грозил а, этой Кузькиной матерью. Да, говорил, что не надо запускать беспилотники по на российской территории. Потому что мы ухнем. И, да, этой ночью... То есть с 26 на 27 сентября были беспилотники, они прилетали. Может быть, не было такой вот нашей любимой масштабнейшей бавовной, но факт остается фактом. Они прилетели, а Путин сглотнул. Сделал вид, что ничего нет. Нет Ростовской области. Ну, ну мы-то слышали, что она у них была. А какие еще области у них были? Очень большая вероятность, что уже этой осенью будет предпринято крупное наступление противника. Наступление будет заметно больше, чем под изюмом, гораздо большими силами. И, скорее всего, сильно произойдет то, что было под Курском совсем недавно. Не исключено, что противник займет даже крупные города, в том числе под угрозой, находящейся к нему на юге Курск и Белгород. Я настоятельно рекомендую. Прежде всего, сложить документы, деньги, все самое необходимое в одну-две большие сумки, которые вы 100% засунете в машину без проблем одним рывком. Второе, полный бак и машина в полном состоянии хорошем. И третье, ушки на макушке... С началом наступления противника на вашем участке не ждать, что все образуется, не быть уверенным, что все закончится благополучно, лучше сдернуть и подальше. И все это мы слышим по поводу Курска, по поводу Белгорода сразу же после грозных речей Владимира Ха. А тут совсем все по-другому. Нет, там есть еще, конечно, всякие такие интересности, что на органы российское население могут сдать. Но вы знаете, вы все-таки бегите на всякий случай. Начинайте бежать уже прямо сейчас. Бегите в Москву. Маргарита Симонян обязательно вас всех поселит в своем дворце. Суджа вся живет у Маргариты Симонян, ну кроме мэра этого прекрасного города, который А. заявил Суджа это Украина, как, собственно, и Кубань. А единственное, что мы Кубань забираем без Симонян. Она будет там персоной нон грата, если, конечно, доживет. Ну из-за курьезов. Да, курьез случился после встречи Трампа и Зеленского, а на болотах полыхнуло на Западе масштабное увлечение, занятие населения, это зверски замучивать, насиловать детей, а их кровь, сдобренную адреналином, который выделяется у жертвы при этих мучениях, перерабатывают в наркотики и употребляют массово. Элита их не, но население тоже. Соответственно, какое будущее ждет детей на оккупированной территории, понятно, мужчин и женщин примерно тоже. Рынок органов в Европе сейчас расцвел с началом всех этих событий. Господи помилуй. Если человек исповедовал войну, помилования не будет. Я же не просто так сказал, что до Гаги доживут а только счастливчики. Поэтому вот Оля нервничает. Кстати, вы заметили, как она высказалась? Зеленский всего лишь-то а, провел переговоры, которые обеспечивают нам поставки вооружения в течение ближайших пяти месяцев. Всего-то навсего. Ну, ребята, за пять месяцев может много чего измениться, может дед, дед, бункерный дед поперхнуться и дважды упасть а, и удариться головой об косяк стола. А, смотрите. У него последнее время такие кругленькие столики. Такое впечатление, что он что-то подозревает. Так вот, тут еще, как говорится, беда не приходит одна. Значит, Трамп опять изменил свои показания. Тут мы не будем предвосхищать, потому что он может их опять поменять в случае избрания. Наша задача к выборам подойти ровно в отношениях и с республиканским кандидатом, и с демократическим кандидатом. Будем исходить, что мы это сделали. Владимир Соловьев скоро тоже поедет. Нет, не в Курск, нет, не в Белгород, в район Уральских гор. Там безопасней. Но после той речи, которую произнес Трамп по поводу Украины, и учитывая, что уже за двумя покушениями очевиден украинский след, я прям представляю, как сейчас готовятся следующие киллеры с территории Украины для того, чтобы найти способ не допустить Трампа к власти. Потому что, ну вот после того, что сказал Трамп в Северной Каролине об Украине, я думаю, что больше угрозы для Украины в американской политике, чем Трамп, нет. Это все, что мы должны знать о политическом предсказателе на Владимире, Это, как его там, та, да, мудозвоние пройдет какое-то количество времени, он с таким же этим удовольствием будет восхвалять президента Зеленского, ну или какого-то другого президента Украины, Говорит, что «Боже, какой великий человек!» Потому что этот же парень, он готов лизать, в принципе, то, на что ему укажут. Так вот, Трамп встретился Зеленским, а тут появилась еще очень тревожная информация. Дело в том, что конст... контрнаступление России в Курской области провалилось. По крайней мере, об этом пишет издание немецкое Bild. И м -м, перед этим появились сообщения, что туда отправили ФСБшников, каких-то супер-супер спецназовцев, а мы их просто... Коли Трамп говорив про те, що в Україні загинуло багато людей і багато прекрасних міст лежать у руїнах, і все це надзвичайно важко буде відбудувати. Зеленський втрутився з ремаркою: між іншим вам варто приїхати і подивитися на наші міста. Трамп на це непевно сказав так і одразу продовжив свою думку про те, що Україна чудова країна і цієї війни мало б ніколи не бути. Кандидата від республіканців також спитали, чи очікувати ще однієї зустрічі між ним і Зеленським. Він не став цього виключати. Це цілком можливо, але я думаю, що президент сказав найкраще це війна, якої ніколи не мало статися, сказав Трамп. Також Дональд Трамп заявив, що виступає за справедливий для України мир, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою. Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них чудові відносини. Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії. І знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну. Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку, у Трамп Тауер відбувалася за день після різкого загострення, коли Трампісти звинували українського президента у втручанні у вибори та допомозі Байдену через критику мирного плану Трампа. Спершу після того вважали, що зустріч Трампа і Зеленського вже не відбудеться, але в останній момент Трамп погодився на неї. Парадоксальність ситуації полягає у тому, що і Зеленський, і інші представники української влади часом навіть занадто показово демонстрували рівновіддаленість від обох таборів кандидатів без жестів симпатії жодному з них. Кого обере американський народ, з тим і будемо працювати. Приблизно так звучала позиція України у відповідь на всі питання з цього приводу. Ба Більше, на відміну від деяких міжнародних партнерів України, Зеленський якраз і не був помічений у драматизації можливого повернення Дональда Трампа в Білий Дім. Його аж ніяк не можна зарахувати ні до політичного фан-клубу демократичної партії, ні. Тим більше нині чинного президента США, відносини, з яким у президента України відверто не склалися. Так само довгий час не складалися відносини з віцепрезиденткою Камалою Гаріс, яка протягом більшості із семи зустрічей з українським президентом виступала в основному в ролі ретранслятора тривожних повідомлень від президента США і демонструвала радше протокольну підтримку України, а не щире зацікавлення в її перемозі. Понад те, є підстави стверджувати, що з наростанням розчарування нинішньою, багато в чому паралізованою страхом адміністрацією США страшилки щодо повернення Трампа, котрі озвучували і продовжують озвучувати закордонні співрозмовники української влади, як з лав демократичної партії, так і з окремих європейських країн, здатні більше викликати роздратування в українських високих кабінетах, аніж справді налякати. Як ви взагалі можете так спокійно ставитися до ідеї повернення Трампа в Білий Дім? Не раз доводилось чути від закордонних дипломатів та експертів. На момент візиту Зеленського до скули США в американському дискурсі сформувалось уявлення, що перемога Гарріс це добре для України, погано для Ізраїлю, перемога Трампа це добре для Ізраїлю, погано для України. Під час візиту Зеленського стало очевидно, що в частині України віцепрезидентка США намагається лише посилити це сприйняття, використовуючи контраст у риториці щодо України між нею і Трампом як доказ того, що лише її президентство здатне забезпечити подальшу підтримку України. Найцікавішим і, можливо, найсумнішим для України в цій історії є те, що чимало чільних представників адміністрації. Дійсно переконані, що вони роблять для України максимум можливого, а стратегія Джо Байдена настільки ефективна, що все, що потрібно Камалі Гарріс у разі обрання, це з гордістю її продовжувати. Вони дійсно вважають, що перемогою є вже сам факт, що Україна третій рік поспіль здатна продовжувати боротьбу «Ukraine is still free» і саме лідерство Білого Дому та президента Байдена забезпечило підтримку цій боротьбі. А якщо Україна чи її друзі вважають не так, то проблема у їхньому вмінні бути вдячними, а не у результатах роботи адміністрації на українському напрямку. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!